Попал я 13 января 2022 года. Пришел приказ выезда в командировку. Мы приехали в Белоруссию, разбили лагерь. И после этого, буквально через месяц, мы пересекли сторону Украины, город Гостомель. Боев – это изюмское направление. Как забрали Изюм, кинули противника в лес, и там завязался первый бой. В данном лесу были самые такие ожесточенные бои, из которых вообще я лично видел. Человек может привыкнуть к жизни на войне? Я думаю, да. Человек может привыкнуть к всему, я думаю. По кому ты больше всего встречаешь в мирной жизни? Больше всего по семье, по друзьям. Отдохнуть с ними где-нибудь в спокойствии, где нет взрывов, свиста пуль.